Доброго времени суток, наши дорогие подписчики. Сегодня я, как и обещала, мы вам покажем, как делаются сухие колбаски. Их иногда еще называют кабаноси. Фарш мы уже подготовили. Фарш у нас сегодня куриный. Вот, можно брать говяжий, можно брать свинину. Значит, фарш уже подготовлен. Фарш мы добавили что? Соль, перец. Значит, фарш мы взяли мясо, соль и перец по вкусу. И сухой чеснок. И еще добавили немножко сухого чеснока. Значит, берем ложкой и насыпаем в кондитерский кулечек. Кондитерский мешочек вот такой вот. Потом будем выкладывать колбаски. И дальше колбаски будут сушиться. Мы их выложим на вот такое ситочко. Вот. И они сушиться будут. Сушиться они будут у нас на электросушилке. Вот какие симпатичные получаются колбаски. Пижды. Формируем такой длины, как мы себе хотим, да? И обрезаем. Ну и, конечно, чтобы место же не пропадало. Расстояние колбаски от колбаски должно быть около сантиметра. Тогда они лучше и быстрее просушатся. Вот сейчас наш шеф-повар обрежет. Вот так формируется такая вкуснятина. Там будет у нас. Вот интересно, почему их называют кабаноси? От слова кабанчик? Мясо у нас пошло 4 филешки. Четыре куриных филешки. Делаются очень просто и вкусно. Для мясоедов это вообще бомба. Ну и следующее точно так же. Можно делать разнообразно, можно кругами накрутить. Вот. Но нам больше нравятся ровненькие вот такие. Потом выставляем температуру на 70 градусов и сушится. В течение 8 часов они сушатся, эти колбаски. Это мы взяли свино-говяжий фарш. Я хочу вам показать, мы раньше записывали и смонтировали. Свино-говяжие колбаски получились очень вкусные, но одно я не рекомендую брать все-таки фарш магазинный. Тогда, когда мы взяли, это было первый раз, магазинный фарш, он нам попался с душком. И сколько раз в магазине не покупала, всегда попадается с душком. Поэтому свое мясо – это есть свое. Они будут вкусные, красивые. И не только к телевизору, вот ко всему. Их можно и просто так жевать. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Я тільки дивився і все думав, треба якось чоловіку з тим фаршем. Плюс такий миленький, гарно змазати. На мілку.
чуть-чуть зніми, а потім остав, і вже як буде спіраль закінчуватися, знімеш. Та не хватить у мене. Не хватить на спіраль? Ні. Пробую, звісно, розтягнути. Просто мені цікаво, як я буду перевертати їх, не знаєш? Так само спіралькою взяв і переверну. Бачите, яка цікава штучка виходить. Чим удобно, що мити не треба мішок кулінарний. Я викинув і все. Все. Я всі ті штуки мила. Друзі, пройшло 8 часов, і ми зараз достаємо наші кабаносі. Перші 2 часа у нас температура була 70 градусів, а через 2 часа ми уменшили температуру до 60. І далі сушилось ще 6 часов. Тобто всього общее время сушки було 8 часов. Да, через 4 часа мы их переворачивали. И вот получились вот такие вот куриные кабаноси. С 2 килограмм мяса получилось 500 грамм самих вот этих вот мясных и вкусных палочек. Очень вкусно. Угу. Очень вкусно. Вкуснятина. Угу. Так что рекомендую, делайте. Это свое. Несмотря на то, что мясо мы брали магазинное, на вкус очень вкусно. Свиные кабаноси еще вкуснее. Говяжьи тоже. У нас Бетховен, он уже выпрашивает. Выпрашивает Бетховен. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. С нами будет...